Соглашение подписывают первый заместитель губернатора Тульской области, председатель правительства Тульской области Вячеслав Андреевич Федорищев и председатель совета директоров акционерного общества минерально-химическая компания «Еврохим» Игорь Евгеньевич Нечаев. Предметом соглашения являются намерения по сотрудничеству при реализации проекта по модернизации генерирующих мощностей Новомосковской ГРЭС, а также строительство установки по производству хлората натрия и перекиси водорода. Компания «Еврохим» является одним из крупнейших мировых производителей химической отрасли страны, важнейшим промышленным предприятием Тульской области. Оно сформировало на территории Тульской области очень мощный производственный научный кластер. Сегодняшнее соглашение предусматривает два проекта. Это и модернизация Новомосковской ГРЭС, важнейшего инфраструктурного объекта для промышленности и всего города Новомосковска, а также новое производство, которое будет в полной мере обеспечивать 100% импортозамещение одного из ключевых химических ингредиентов, которые до сих пор не производятся на территории нашей страны. Компания работает на территории Тульской области очень давно. Все меры поддержки оказываются правительством региона. Уверен, что дальнейшее инвестиционное развитие будет таким же опережающим.